Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. Сегодня у нас с вами будет видеообзор на вот такую шоколадку. Это третья в карамельном дуэт, новинка. Покупала я ее за 109 рублей, но сейчас перед Новым годом на нее акция, и она по 85 рублей. Вот в ленте. Вот до этого мы с вами рассматривали уже две. В клубничном и в шоколадном. Вот 85 грамм здесь. Состав на нее будет в конце. Он довольно здесь большой. Здесь есть три Е добавки я вижу. Ну, где-то, да, наверное, так же, как и у остальных, 3 Е добавки. Вот. Давайте ее откроем, посмотрим, что же у нас там внутри. Вот, я ее уже вижу. Ну, по-моему, насколько я так понимаю, она все-таки отличается, чем там на картинке. Там, по-моему, потемнее, гораздо красивее она была. Даже здесь вот видно, что вот они тут красивые, а тут светлее. У нее очень ароматный запах, она очень ароматно пахнет. Вот такую шоколадку не стыдно подарить кому-нибудь в подарок, особенно сейчас перед Новым годом. Вот. С той стороны она точно так же сделана, вот как и остальные. Давайте посмотрим. А, ну практически одинаковые, только круги вот здесь вот неровные, чем тут. А в других, по-моему, было поровнее. Ну, почти одинаковые практически. И тает, кстати, довольно быстро. Так. Ну, внутри она вот как раз, наверное, тут какой-то рисинки воздушные, наверное, беленькие. Давайте ее попробуем. Да, она так хрустит. Сладкая, но не приторная, прям чуточку сладкая. Ну, такая как будто с печеньками. Обыкновенная такая. Кофейное такое что-то. Такое нормальное. Как-то те две были гораздо вкуснее, как-то ароматнее. Вот такая тоже вкусная. Можно так купить, покушать, подарить кому-нибудь. А вот, кстати, этот кружочек. Он почти насквозь залит. Ничего особенного, честно говоря. Я уже вторую попробовала в надежде, что, может быть, что-то особенное сейчас будет. Нет, просто шоколад, как шоколад. Да, она пахнет ароматная. Здесь, скорее всего, наверное, как раз вот белый шоколад. Перемешку, наверное, с обыкновенным, с черным. Поэтому тут немножечко другой вкус. Но, в принципе, все равно вкусно. Такую шоколадку приятно получить в подарок. Хотя, мне кажется, вот именно вот те две предыдущие, они гораздо вкуснее были, они гораздо красивее. Это мне не понравилось по красоте. Ничего особенного. На вкус, да, хрустященькая такая, хорошенькая. Вот, на сегодня это все. Дальше у нас сейчас будет с вами обзор на вот такую шоколадку. А, это уже следующий будет ролик. Не пропускайте, смотрите. От Милка, тоже новинка, кстати. И еще, кстати, очень-очень много интересного у нас будет с вами. Поэтому оставайтесь на моем канале, смотрите дальше, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, понравилась ли вам такая шоколадка. Вот. Или какая вам понравилась другая, остальные вкусы, какая вам из трех этих вкусов понравилась больше.
Мне понравилось еще, знаете, что вот как здесь нарисована какая шоколадка, такая же она и внутри. Вспомните другие обзоры, которые мы с вами делали. На упаковке одна картинка продукта, открываешь — совершенно другое. Очень обидно. Вот здесь вот все похоже, все в точности. Это хорошо, это большой плюс. Вот, потому что первый раз, когда я купила, я не верила, что будет так красиво. Мне еще мама сказала, не будет красиво. Даже не трать деньги на это. Но я для вас все же эту шоколадку купила, потратила деньги, открыли, и мы с вами посмотрели, что да, она красивая. Внутри ее не стыдно подарить, это необыкновенная шоколадка. Вот, ее можно и в красивую тарелочку положить, когда гости придут, например, украсить все это. Вот, на сегодня это все, с вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте, да, я уже про это говорила, ставьте лайки, ладно, всем пока-пока.